Привычка номер один, которая делает вас слабее – привычка ставить других на пьедестал. Следующая привычка – быть слишком согласным. Я не прошу вас драться, умейте отстаивать и защищать свое мнение, а также стоять на своем. Далее идут любые ваши попытки убежать от боли и трудностей. Следующее – то, что мы все знаем – это не заботиться о своем теле. Также я вижу слабость в том, что люди окружают себя лишь еще более слабыми шестерками. Что еще делает вас слабыми, так то, что вы не бываете честны. Также распространенной является привычка слишком сильно зависеть от других людей и системы, в которой мы живем. Последняя дурная вещь – вы не потакаете себе. На самом деле я шучу и просто взял слово у Джордана Петерсона. Я хочу сказать, чтобы вы заботились о себе так, как о другом дорогом человеке.